Югра. Главное окружное радио. Доброе утро, друзья. Как думаешь, Даша Кузнецова, какое любимое время суток у нее? Я думаю, конечно, утро, как конечно, и у нас. Утро. Как она выходит на работу, а тут, да. Тут мы, тут как тут, как говорится. Можно пообщаться, немножечко расслабиться, потому что впереди еще целый день. Потому что наша 7 работа часов, это 27. Сплошное удовольствие. Ну, приходит, конечно, обрывать песню для того, чтобы встретиться с коллегами. Коллеги. Это очень сложное слово с утра, да? Привет, ребята. Привет, Даша. Доброе утро. И, слушайте, но не всегда, конечно, получается вовремя выйти с вами на связь, и всегда приходится обрывать песню, но я все-таки, что ли, не переживаю по этому поводу. Это того стоит, потому что, Даш. Ну, конечно, вы же лучше песни. Вы знаете, как вот... Малыш, я же лучше собаки. Конечно, я же лучше собаки. Вот вы же лучше песни. Сегодня Международный день чая отмечается. Сразу говорите, любите вы чай? И если да, то какой? И как часто его пьете? И сколько его пьете? Я в первую очередь хочу спросить у Никиты, потому что у меня для тебя, Никит, ну, такие себе новости, если ты любишь чай. А я думала подарочек. Нет, на самом деле я чай пью вообще крайне редко. Я могу в жару выпить зеленый чай. Иногда вечером на кухне, ну, редко только черный чай я пью с чуть-чуть количеством... С чуть-чуть сахара, да. А так, в основном, у меня по венам кровь идет, вместо крови кофе, поэтому... Ага, ну, молодец, мы с тобой в одной команде. Просто сейчас вот информация для всех мужчин, которые выпивают больше 5 чашек чая в день. Оказывается, чрезмерная любовь к чаю может быть губительна мужчины для вашего мужского здоровья. Вот это новые исследования ученых, которые говорят о том, что у мужчин, которые выпивают 5 и более чашек в день, риск приобрести эти проблемы с мужским здоровьем на 50% выше, чем у мужчин, которые пьют, ну, 2-3 чашечки в день. Но, надо сказать, что ученые сами обалдели от своего собственного открытия, потому что, ну, вроде как, чай признается одной из... Чаепитие признается одной из самых полезных привычек, а тут оп-хлоп, и немножко пострадает мужское здоровье. Ну, англичане их не слышат, надо, да? Ну, кто знает, какой у них там здоровье, понимаешь? Тут тоже, как говорится. Марин, что там с чаем у тебя? Всего в меру просто нужно. Так, ну я, во-первых, тоже в вашей команде. Я больше предпочитаю кофе. Все-таки я пью его чаще. Но чай листовой, ароматный, черный, я тоже очень люблю. Я классический. Даже запах представился. А летом, если еще есть возможность добавить туда листочки мяты, я не знаю, смородины. Шашлык. Это просто вообще какое-то невероятное удовольствие. Я люблю чай с сахаром. Я, кстати, с сахаром. Много вот сахара. Нет, много сахара нельзя. Вкусно, иначе ароматно. Чай перебивается. Вкус. Кстати, мы были прошлым летом на плантации на чайной, где-то возле, в районе Сочи. И вот тогда я, оказывается, в жизни первый раз попробовал настоящий чай. Настоящий там заваривали чай. Там из листочков, думала, это было потрясающе. Нет, не пыль нет, но... китайских дорог, а чай вот настоящий листовой, как да. положено. Да. Слушайте, но это, я бы тоже с удовольствием оказалась где-нибудь вот на какой-нибудь чайной плантации, но, правда, вот не где-то здесь, а вот где-то там, где родина чая, да, где вот Китай, где Мьянма. Я бы с удовольствием не собирать чай, а хотя бы просто посмотреть. Ну, кто знает, как это работает. Может быть, моя любовь к чаю, она бы перешла просто на другую сторону, потому что сейчас я могу сказать, что если я за год 2 чашки, за год, ребят, не в день, не в неделю, за год, если 2 чашки выпиваю чая, то как бы это прямо ого-го, как хорошо. А все остальное время я к чаю совершенно равнодушна. Сегодня, кстати, ко мне в гости придет Михаил Исламов, который о травяных чаях знает больше, чем я знаю, не знаю, о чем-нибудь. Поэтому сегодня он расскажет о пользе этого самого травяного чая. Всех призываю присоединиться к Михаил этому уникальный разговору. Человек, на самом деле. Михаил действительно уникальный человек. И березовый сок собирает, и чагу собирает, и в проруби купается, еще и с травяным чаем знаком. И сегодня совершенно легко об этом расскажет. Ребят, вам хорошего эфира. Кофе выпьем, заходите. У меня много. Все, пока-пока. С удовольствием. Мы зависимы. Пока, Даш, спасибо. До встречи.